Добро пожаловать на канал интернет-магазина Планета Страйкбола. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Страйкбольный автомат CM680F производства компании CIMA поставляется в картонной коробке с полиграфией. В комплект поставки входит инструкция, сам страйкбольный автомат, бункерный магазин, аккумулятор, зарядное устройство, пакет тестовых шаров, заглушка на приклад, мушковерт и пластиковый шомпол. Страйкбольный автомат CM680F от компании CIMA является копией вариации 5,45 мм автомата АК-105 в тюнингованном обвесе MAGPUL MAE. Оригинальный автомат состоит на вооружении специальных подразделений полиции и вооруженных сил Российской Федерации. Весит страйкбольный автомат 2 килограмма 575 граммов. Его длина с раздвинутым прикладом составляет 800 мм и 720 мм, если приклад сдвинуть. В качестве особенностей представленного страйкбольного автомата можно указать материал изготовления – нейлон, благодаря чему изделие имеет меньший вес в сравнении с металлической вариацией данного страйкбольного автомата, но при этом имеет больший запас прочности перед АБС пластиком. Страйкбольный автомат имеет тактический обвес, состоящий из цевья, ствольной накладки, пистолетной рукояти и приклада, реплицирующих соответствующие элементы тюнинга от компании MAGPUL. Серия MAE. Магазин является репликой 30 зарядного магазина под калибр 5,45 на 39 мм от компании TAPCO. На цевье имеется интерфейс M-LOK для крепления соответствующих аксессуаров и переходников на стандарт Picatinny с соответствующей системой крепления. На ствольной коробке слева имеется наплыв типа ласточкин хвост, позволяющий устанавливать на автомат соответствующие оптические и коллиматорные прицелы, а также переходники на стандарт Picatinny для установки сторонних прицельных приспособлений. Кроме того, в качестве особенностей можно указать форму магазина приемника, позволяющую примыкать магазин правильно и исключить его перекос. Данный страйкбольный автомат комплектуется гирбоксом 3-й версии. Отсек для размещения аккумулятора расположен под крышкой ствольной коробки. Для того, чтобы получить к нему доступ, потребуется утопить фиксатор крышки ствольной коробки и поднять ее вверх. Здесь расположен разъем мини-томии. Модель CM680F изготовлена из нейлонового волокна, металлического сплава и стали. Из нейлона выполнены дульные устройства, стойка мушки и колодка прицельной планки. Прицельная планка, цевьё, ствольная накладка, газовая трубка, ствольная коробка, крышка ствольной коробки, магазин, пистолетная рукоять и приклад. Из металлического сплава основание мушки, флажок фиксатора газовой трубки, шторка имитации затворной рамы, задняя антабка и трубка приклада. Из стали внешний ствол, переводчик режимов огня и защитная скоба спускового крючка. Тыльник приклада резиновый. CIMA CM680F оборудуется телескопическим регулируемым 6-позиционным прикладом типа крейнсток. Для того, чтобы раздвинуть приклад, необходимо нажать на рычаг, разблокировать фиксатор, сдвинуть приклад в нужную позицию, вернуть фиксатор в фиксируемое положение, тем самым зафиксировать приклад. Переводчик режимов огня, он же предохранитель, расположен на ствольной коробке справа. Имеет 3 положения. Верхнее положение, когда предохранитель включен, среднее положение для ведения огня очередями и нижнее положение для ведения одиночного огня. Регулировка хоп-апа осуществляется через окошко имитации затворной рамы. Для того, чтобы получить доступ к регулировке, потребуется оттянуть назад и удерживать шторку имитации затворной рамы. За ней расположен ползунок, за счет смещения которого в сторону приклада степень подкрутки шара увеличивается. Штатные прицельные приспособления представлены в виде открытых мушки и прицельной планки. Прицельная планка имеет регулировку по вертикали за счет перемещения подпружиненного хомута. Мушку можно настроить по вертикали при помощи комплектного мушковерта. Для крепления оружейного ремня имеются антабка в основании трубки приклада, а также сквозная двухсторонняя ниша в прикладе для крепления быстросъемных антабок и 2 прорези в прикладе, в которые также можно продеть оружейный ремень. Для того, чтобы установить магазин, потребуется зафиксировать зацеп магазина в передней части шахты магазина-приемника и, двигая пятку магазина назад, закрепить опорный выступ. Для извлечения магазина достаточно нажать на рычаг отмыкания и подать его пяткой вперед. В комплекте поставляется пластиковый бункерный магазин. Для того, чтобы заправить его шарами, потребуется открыть крышечку сверху и засыпать шары. Для того, чтобы шары попадали в окошко подавателя, необходимо регулярно подкручивать колесико на пятке магазина.